Так, стало слишком много деталей, трудно стало узнавать, где что, поэтому как бы я сделал так, чтобы видно было все. Я пошел вот сюда, сказал рандом, тогда у нас краски разные, да? И вот здесь я сразу увидел, до этого никак не мог увидеть, ребро. Вот это ребро, его надо увеличить, потянуть вниз. GZ. Вот так. Все. Вот. Теперь здесь насчет вот этих объектов. Вот. Вот это. Я скажу Shift D. И потяну его по оси. Это у меня X, да? Ось X. Вот так вот. Так, и сразу вижу, что все встало на свои места. Все стало аккуратно. Ну хорошо. Так я сказал, ручку. Ну тогда мы сделаем с вами такую ручку, знаете, вокзальную, типа вокзальную действительно. Мы возьмем сейчас где у нас цилиндр 32 дофига. 16 вполне. Потоньше, поменьше, еще потоньше. Отлично. Где у нас? И выведем ее на круги свои. Так, это значит будет G по Y, куда? Вот. Так, где там? И ставим ее наверх. Вот сюда. S по Z уменьшаем. Смотрим. Видим, что она огромная. Вот так где-то. Ну и давайте с ней заниматься тогда. Так, я сделаю следующее. Выберу это. Так, как лучше сделать-то? Даже не знаю. Вот сделаю проще. Да, давайте попроще будем. Будем проще, и народ к нам подтянется, и теперь вот так назад. ESZ. Вот так. Z. Ну, здесь просто два шарика можно поставить. Таким образом. Сделать так, как оно бывает. Да? Давайте шарики возьмем. Сфера. Где она там, сфера? Это огроменная. Тоже. 8. И здесь 8. Вот так вот. И тащим ее. G. По Y. Уменьшаем, естественно. Да, вот так даже можем делать. Надо когда-нибудь воспользоваться этим. Пока никогда. Сюда по X, по Z, да? Вот так. Где она? Так. Дальше ее сюда.
Где? Маленько поменьше. Так. И опускаем, где? Да, такие у них фуфочки, сосиски. Сейчас сделаем. Так. Исключим эту штуку и скажем G. Нет, 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 нет. Такую шишечку мы сделаем с вами. Вот такую. Позаду. Вот так. Так, вот так. Вот. Угу. Но ее надо было отдельно. Немножко поменьше сделать. Ну вот теперь-то нам не нужна эта штука. Включаем. Немножко поменьше. Теперь вот это немножко поменьше. И скажем, что Shift D. Сюда ее. Вот это. Переворачиваем R. Это какая у нас? Y. R. Y. У нас 180. Вот так. И сюда я G. А Z. Теперь вот эту. Тоже уменьшим малость. Да елки. Так. Это. Писанием я сюда. Есть. Далее. Это. Нет. И вот это. Что такое? Вот я говорю, вот это и вот это. Ctrl-B. Так, кругленько делаем, да? Отлично. Придется так делать. И двигать. Жипайку. Вот так вот. Вот так будет верно. Так. Shift D, додвинем сюда, R перевернем на это X 90 градусов и уменьшим. Вот так, только такое сделаем. G по Z, вот сюда ее. И по Y. Вот так в дверь она, чтобы она встала. И Shift D тоже по G по Z. Нет. Shift. G по Z.
Да чтоб тебе. Что тебе немец-то? Назад. Вот эту вот часть. Я хочу ее Shift D сделать и потянуть по Z. Что происходит у нас? Никто не знает. Вот так. Да? Угу. Немножко она должна быть чуть побольше, да? Хотя сейчас объект. Вот. Можем пускай так будет виднее ее. Shift D, и она идет по X. Таким образом мы получаем с вами ручки, которые так G по Y, куда? Который немножко поглубже втыкнем. Все. Вот. Не захотела проволочка работать, зато вот так теперь. Что еще, ребята? Сколько времени у нас? 11 минут. Я бы, знаете, что сделал бы еще? Ну, во-первых, часы мне надо вот сюда. Shift A. Циферблат там я уже запасся. Где-то у меня лежит циферблат. Я не стал его рисовать, просто стыбрил. Сделал из него открыть. Сейчас. Последний документ. А. Вот этот, что ли? Нет. Пока. Странно. Но я же водил открыть. Но надо, тогда нам надо D, Blender и в текстурах поискать. Вот он, циферблат. Такой я выбрал, стыбрил, да и все. Он будет настолько маленький, что я думаю, права никто не предъявлять не будет. Дальше мы берем А. Мы берем цилиндр. Вот сейчас можно сделать 32, пускай будет 32. Так, и побольше, естественно. И это поменьше. И как нам надо по иксу на 90, да? 90. 90. По X и выдвигать его наверх сначала, ну-ка, сюда и X. Нет, тут пускай будет так по 0. А вот Y мы выдвинем вот так. И посмотрим теперь. Какой-то пряничный домик у нас получается. Давайте мы его еще выдвинем. G по Y. Вот так вот. Часы. И теперь будем с ними работать. Вот. Сначала мы скажем и, но индивидуально и вот так, потом е вдавим,
немножечко сожмем. Так. Еще раз давим. Вернее, еще раз и. И еще раз давим. Е. Вот так. Все. Далее вот этот механизм. И так. И этот. Должен Ctrl-B. Делать крупненькие. Как положено часа. Все. Это сделали здесь. Даже можем побольше, наверное, ее сделать. Вот. Вот. Может побольше чуть-чуть? Почему он их привязывает сразу всех к этому саторежен геометрии? Почему они геометрию делают, привязывают все время? Так, ладно, S. Вот так. Вот так сделаем. И вниз чуть-чуть. Готово. Так, что следом? Следом у нас с вами уже почти готов. Но, во-первых, нам надо сделать вот эту больше. То есть, вот так, перрон есть перрон. Отлично. Так, я не так хотел. Я не так хотел, ребят. Я хотел вот это вот всю поверхность, вот эту вот всю поверхность потянуть вниз. Е. Вот так. Пару лестниц нам бы здесь не помешало. Я думаю, что мы их сделаем. Причем прямо сейчас. Для этого нам надо будет ступеньки сделать. Давайте сделаем. Так, из них сейчас сделаем ступеньки. S. S по Y. Такие, наверное. Дальше E. И дальше мне перья за перья. Так, ну-ка. R. Y 90 градусов. Вот мы поставили. Теперь ставим на место. Где у него место? Это вот тут, я думаю, должно быть у нее место быть. Так, и надо подумать. Надо подумать теперь. По всей длине это сделать или только вот здесь, где вход? Я прям таки не знаю. Да, наверное, тут будет пояс, тут не надо в ступеньки делать. S по Y. Вот так. Ну и теперь, я думаю, ее надо повыше сделать. S, чтобы получили ступеньки. S по Z. Так, к примеру. А далее будем смотреть, как будет получаться. Вот так. Пускаем вниз. Вот сюда. Так. И давайте применим наш любимый
В всяком случае, мой любимый Array. Array. О да, это то, что мне нужно. Непременно. Так, это говорит о чем? О том, что у нас это не признано отдельным элементом. Вот сейчас он будет отдельный элемент. И мы к нему применим array. Но не так, как я хотел. Во-первых, это будет минус. Так, во-вторых, я должен это поднять наверх. То есть, нет, здесь ноль. Пока. Здесь надо поднять его наверх, чтобы получилась ступенька. Допустим, вот такая ступенька. Раз, два, три. Смотрим, сколько. Ну, она слишком получается широкая, да? Поэтому мы ее сейчас сдвинем. Стоп. Ноль. Мы ее сдвинем вот сюда, вот так. Вот так. И сделаем еще одно. Вот так, допустим, да? Хватит нам три ступеньки, чтобы показать, что это были ступеньки. Ну-ка, если я S скажу по зато, вот такую тонкую сделаю, да? И опущу вниз. G сюда. А здесь добавлю еще одну ступень. Четвертую. Вот так это будет отлично. Смотрим ее теперь сбоку. Можем еще, наверное, немножечко сказать S. Теперь четко получается у нас ступеньки. Отлично. Ну и можем сказать, что да, мы согласны. Play. И сделать следующее. Перейти в Edit Mode. Взять вот это и вот. И вот это. Нет. Вот это. Это. И вот это. И потащить этот G по X. По X. Вот так. Все. Теперь Edit Mode. Вот оно. Скажем, что Reset или Transform. И последнее, что нам надо сказать, Mirror. По X он сам по себе встанет. Так, а где написать слово статьем? Не знаю пока. Не знаю, не думал. Надо подумать. Но во всяком случае, я думаю, что мы с вами на этом закончим. Потому что если я поставлю тут фонарь или вывеску здесь подвешу, я еще не знаю, хочу я этого или нет. Но во всяком случае, вот такое вы можете уже сделать. Если есть желание, то можно сказать Shift D и сказать еще одно вот сюда по G, по I. Вот так оно будет интереснее. Хорошо. Вот это тоже с этой. Кстати, оно уже сделано, да? Вот тут тоже можете вот сюда поставить. Я, наверное, это тоже сделаю. Но это уже
такие, знаете, мелочи, которые вы успешно сделаете без меня. Окей? Ну все, не буду занимать больше вашего времени. Пока.